непосредственно на штурм. Да, Валкер 10 СПГ. Пришли на страховку, вырубали. Честно скажу, у меня башка трещит, я затыкаю. Башка трещит? Я затыкаю. Всем привет! Очередной подъем на Казбек. В смысле Суищ. Идем. Вот они, доблестные ребята. Вот такой вид. Мы реально выше облаков. Меня еще тащит на веревке, как не знаю кого. Идем в связке по 4 человека. Ну вот, такой вид, да, красота, это уже, ну вот, опять меня дергают. Ладно, до новых встреч. Вот мы у трещины, вот такая трещина, сейчас мы ее заснимем. Ну что, вы выше уже большинства, вы выше большинства Кавказских гор. Ребята, жесть, не детская такая. Так, сейчас видос сделаю. Вот такая трещина, да, у нас перед нами образовалась. Нам ее надо как-то обходить, форсировать, я не знаю, перепрыгивать и все такое прочее. Высота там, будь здоров. Но я первый раз в жизни вижу, да, такие вещи. Жуткая жуть. Через трещину. Первая связка. Прикольно. Пытается ее обойти. Вон как бег. Я бы рюкзачки взял. На этом участке внимательно идите. Иди, иди. Ноги у меня где-то большой, иди, человеческие спасибо. Видишь, веревки собирать надо. Выбрались на полочку. Привезли. Завтрак на траве. Обед. На снегу. Пирамида, ты его корни. Скорости, с которой ходят альпинисты. Так и есть. Все очень медленно, все очень экономно. Идем в гору. Синие, синие, синие.
Работаю. Всем снова привет. На подходе к Казбеку. Идем по Жумару. Идем по Жумару. Жешкач. Ух, классно. Попахали, блин. Насчет Жумара. Так, ну что? Я скажу. Мы прожумарились. До новых встреч. Понял. Так, а что, мне в одной балаклаве нормально будет? Кто знает, идёт. Капюшон надеем, какого мне будет ловить? Нет. Какой капюшон? Ну, от куртки. Не оденется, у меня камера. Я в одной балаклаве. Как мне оденется? И как? Нормально. Мне жарко в балаклаве и в каске. Есть ты винтов. 100 метров по высоте. А там, ну, что, шапочка какая-то? До вершины. А? Страховки нет. У меня хоть горло закрыто. Там Грузия. Там Россия. Мы на границе. Виталик, не делай такое несчастное лицо, а то подумаешь, что ты устал. Я бы даже сказал немножечко по-другому. Вот только небольшой тенек и сразу холодно, я это хотела сказать. Сейчас. Хотя вроде. Все, мы на плече. Подъема на Казбек. Потом то. Ну, все еще не на Казбеке. Потом ребята поднимаются и последний тащит веревку на себе. Я несу веревку. А? Я несу веревку. Помощь там. А, ты сейчас веревку тащишь. Да, чтобы папа сразу пришел. Высота 5005. Мишка. Это как бы. Мишка не спит. Ты сейчас просто дернешься во сне и улетишь. Нет. А и тут, поднимаясь на Казбек, мы встретили бомжика. Бомжик. Бомжик, соответственно, экипирован. Чтобы не сгореть на солнышке. Да. Но также пуховик засаленный. Также. Бахилы порваны. Ну, сама страховка работает.